Цифровая валюта как оплата за поездку. Arcade City – одноранговая сеть, которая дает возможность заплатить за проезд токенами. В платформе Arcade City существуют две формы. Одна для поездки, где человек покупает токены, чтобы создать предложение, и предлагает сумму за поездку. А вторая для езды, где человек подсчитывает расходы и решает, подходит ему запрос или не подходит. Пассажир платит только по факту, когда жмет на кнопку, оповещая, что поездка закончилась.